как установить и настроить ABS Studio. Я у себя полностью удалила, чтобы начать все вместе с вами. Итак, вы можете скачать вот с этого официального сайта, нажимаете на Windows, но у меня почему-то не дает мой антивирус. Поэтому или отключить антивирус и скачать отсюда, или покажу второй вариант. Вы нажимаете на пуск, вот Windows, видите здесь, и пишите Microsoft Office в поиске. Вот у нас приложение высвечивается. Вот приложение. Можно нажать «Открыть». Нажимаем «Открыть». Открывается приложение официальное Microsoft Office. И вот здесь вверху вы пишете OBS. Студию. Вот это приложение, на него нажимаете, ну, либо сюда все равно оно выйдет на это приложение. И вот здесь будет установить. Может, у вас будет немножко по-другому, может, у вас будет вот здесь установить, неважно. Вот жмете «Установить». Идет скачивание, потому что у меня в прошлый раз где-то вот здесь было установить такую во всю ширину экрана. Сейчас идет скачивание вот здесь. В общем, главное нажать на эту кнопочку. И сейчас оно у нас скачивается на наш компьютер и будет устанавливаться на наш компьютер. Мы сейчас с вами в этом уроке просто его скачаем. Вот это с официального сайта, с официального магазина. Здесь не волнуйтесь, никаких вирусов, ничего лишнего не будет. Теперь мне написали: разрешить этому приложению вносить изменения на ваш компьютер. Я говорю «Да». И вот сейчас идет установка. Видите, написано «Идет установка». Еще раз скажу, что я пробовала перед этим установить. У меня вот это окошко было вот здесь на весь экран. Поэтому неважно, не волнуйтесь. Ждем, пока установится. Это занимает какое-то время небольшое. Можете прокрутить быстрее мое видео. И будет написано «Установлено». После того, как будет написано «Установлено», то мы можем зайти на наш рабочий стол. И там будет стоять значок OBS Studio. Подождем еще немножко. Какое-то время это занимает. Вот написано «Установлено». Все, друзья. Если я вот сюда нажму и напишу вот на Windows, нажму, напишу OBS. То вы видите, что вот у меня приложение OBS. Причем оно правильно все настроено. Не надо выбирать, какой у вас компьютер, какой у вас Windows. Через этот магазин оно устанавливается правильно. И вот у меня значок на рабочем столе. Все, в следующем уроке мы это все запустим и настроим.